Театральный Олимп, аналогов которому в театральном пространстве сегодня нет, в этом году стал уже пятым. В афише юбилейного фестиваля был 21 спектакль и 40 мероприятий деловой программы. Свои постановки на сцене Зимнего театра и органного зала показали труппы из Омска, Долгопрудного, Владимира, Красноярска, Белгорода и Нижнего Новгорода. Было разнообразие. Разнообразие еще заключалось в том, что в этом году появились детские спектакли на конкурсе, и у нас было детское жюри. Сегодня участникам театрального Олимпа вручали призы и награды. Были вручены дипломы за лучшие постановки, лучшим актерам, менеджерам, а также специальные призы за служение театру. Одной из самых высоких и приятных наград, приз зрительских симпатий, получил Театр национальных культур «Забайкальские узоры». Также в числе лучших оказались Нижегородский театр комедии и Белгородский самодеятельный театр. А вот главная интрига церемонии, имя обладателя гран-при фестиваля, разрешилось весьма неожиданно. Было принято решение двух жюри оставить этот приз до 2016 года. Кубок найдет своего счастливого обладателя в следующем году на фестивале «Театральный Олимп-2016». Он также пройдет в Сочи.